В январе 2024 на Кайн состоялась премьера второго сезона сериала «Обоюдное согласие». Это картина от режиссера Валерии Гай Германики, главные роли, которые исполнили Глафира Тарханова, Диана Арбенина, Глеб Ускипалис и другие. В новом сезоне многодетный отец и успешный предприниматель Григорий Венишев убит. Подозрение падает на супругу погибшего Марину. Улики говорят о том, что именно она воткнула нож в мужа. В ходе детального расследования выясняется, что образ счастливой семьи был лишь фасадом, скрывающим ужасное домашнее насилие. Покойный Венишев был настоящим тираном и держал всю семью в страхе. Теперь следователь Анна вместе с правозащитницей Идой должны узнать, кто на самом деле убил Григория и почему хотят подставить Марину. По предварительной информации, дата выхода третьего сезона сериала «Обоюдное согласие» может быть назначена на 2025 год. Точная дата выхода будет известна позже. Подписывайтесь на канал и будете в курсе всех событий о любимых сериалах.